взагалі там все їх місто знищило. Я вважаю, то перше мав би за ними ганятися. І, до речі, багато хто й ганяється. Наслівна, такої чистої арабської мови. Вона! У інтернеті ЗРУ автомату АК-103. Що хлопці, то не ми, то взагалі не араби. Ось! Ігровня, на случай каких-то проблем, якщо вдруг, не дай Бог, ми... Я читав у блогі запис одного хлопця, це скаже більша частина росіян. Але для чого, щоб це відбувалося? Хай живе свобода! Включиться в роботу. Я обращаюсь ко всем претензиям. Алло, если единица, то Харьков 6 миллиардов гривен. Ну, погрошу від пана Кернеса так само. Ось що дав той терористичний акт. И в Волновахе, и в аэропорту, везде погибают люди. Против войны. Любой. Дело в том, что мне одно, это, я с России сама. И я, как это, мои дядьки пришли убивать моих детей. Это же ужас. Вот я против этого вышла. Погибли люди, автобус, значит, 12-15 человек. Это, я считаю, соизмеримо с гибелью людей, которые погибли в центре Парижа. Поэтому, значит, нет терроризма, и мы должны победить вот этих негодяев, которые расстреливают мирных людей. Я еще раз напомню, мы не можем поднять голову вверх.